Кого на складе? Девочки, у кого есть магазины и шоурумы? За символическую, просто символическую плату я вот готова вот это вот подарить. Ну, продать. За символическую. Подождите секунду, я Джейми отвечу в WhatsApp. А самое ужасное это... Ой, потом это все парить. Нет, так нельзя, я не отправляю помятые вещи. А чтобы на них не было плагиата, это знаете, как дорого стоит, чтобы запатентовать каждую модель? Ну, смысла нету. Нет, вешалки не оставляют. Короче, я пока сейчас не понимаю, в каком порядке, в какой цветовой гамме их вешать. Я потом буду, когда уже парить. Зато у меня уже костюм маски готов! 6500 короткие, 9500 длинные. Конечно, надо парить, естественно. А размер Аминого носика вам показать? Ой. Любовь моя. Ой. Ну. Сейчас, подождите. Вот так вот. Ну, стой. Ну, подожди. Ну, дай носик потрогаю. Ну, дай потрогаю носик. Ай. Что могу делать? Ты знаешь, я думаю, уже ничего. Я дома поем, потому что курьер там будет. И этот. Надо уже будет ехать. Ты спросил у мамы? 48-50. Ну, как я и говорила. Угу. Ничего не надо покупать. Давай. Зёба? А как Ами маму любит? Ами как маму любит? Как Амичка маму любит? Ами сильно маму любит? Скажи «да». Скажи, а мама вкусняшку даст. Любишь маму? Скажи «да». Ами, скажи «да». Я вкусняшку дам. Да. Скажи мне «да». Ну, скажи «да». Давай, скажи «да». Скажи «да». Вкусняшку хочешь? Хочешь вкусняшку? Скажи «да». Вкусняшку хочешь? Зай. Дать вкусняшку тебе? Скажи «да». Она спит, сладкая сидит. Она спит, моя сладкая, скажи мне не «да-да». Да?
сидеть. Ты вкусняшку хочешь? Сидеть. Сидеть. Скажи «да». Сидеть. 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 Скажи «да». А ну! Скажи «да». Скажи «да». Давай. Ами, скажи «да». Ну, скажи «да». Будешь? Скажи «да». Сидеть. Скажи «да». Да скажи «да». На. Ами, 3600. Еще будешь? О, сколько еще всего. Еще будешь? Сидеть. 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 Обычно она скажет «да». Ами, скажи «да». Ой, вот. Ами, скажи «да». Скажи «да». Ну, давай, скажи «да». Ну, не позорь меня, сидеть. Скажи «да». Сидеть. Скажи «да». Ами, скажи «да». Да, скажи. Сидеть. Будешь вкусняшку? Сидеть. Скажи «да». Скажи. Скажи «да». Ты сладкая она. Да, на камеру никогда в жизни не скажет. А играться будем? С палочкой будем играться? Скажи «да». Ой, мамочки, моя спина. Так, вешалок больше нету. Заебися. Здрасте. А что со мной? Я пытаюсь понять, где мне брать вешалки. Верни камеру. Посмотрю, что получилось. Ну, я только скидки развесила. Новые базовые футболки. И. У меня вешалки закончились. А я вот в чем. Собираю, я разбираю все, а не собираю. Джема, да, вот здесь, за дверью. У меня нет, не нарощенной. Седые волосы, конечно, есть. Мам, я когда платья падали с вешалок, базовая футболка 2500. Да, я поснимала вешалки, потому что, ну, тяжело было тащить все, пиджаки только на этих, на вешалках. Нет, я не кушала, я сейчас уже поеду домой кушать. У Джимули серебряные вешалки и черные, а у меня белые. Мам, кстати, вот корсеты. Сейчас я посмотрю размер. Ай, подожди, родная. Эска есть, мам. Эска в наличии.
Нет, перхоти не бывает, слава богу. Бывает, когда забрызгаешь лаком очень близко. И он, когда высыхает, он беленький. Это, да, я сама на себя работаю. Мам, скажи, пожалуйста, вот эти пакеты, вот это вот все, мы собираем или выкидываем? По миру доставляем. Как на мне футболка у Джемы, девочки. Я закончу, я отмечу сторис. Столько вопросов. Сединой кашу. У меня, да, мама босс. Мамулянский решает за меня. Девочки, а как с сединой борются? Красят и все. Мамуля у меня золотая. Золотая. У меня нету линз на глазах. Мам, брюки. Мам, ты тут? Девочки, у меня прыщи, седые волосы, я какаю, писяю, какаю, это пахнет не кридом, не бакарой. Я такая же, как и все. Мамуль, серые брюки в Эльке есть одни. Блять, а вы что, ромашками какаете? Вы серьезно? Так я спокойно. Я вообще на лайте. По нации я русская. Девчонки, все, что на мне, это Джемана. По цене пишите Джеми, я правда не знаю. Некрасиво? Некрасиво, что люди какают? Ну, простите, пожалуйста. Я думала, это нормально, это делают все. Не думала, что не все. Вы рубашечки заказали красную и черную, да, в клеточку? Я уже собрала вам заказ. Я перешуганная, неугомонная, нервная. Не знаю, вам виднее, ребят, по какой причине. Так, это платье. Да, тут сейчас не одна дама появится, не только с ромашками. Так, это лен. Это лен шоты. А почему у меня он не висит? Мам, лен бежевый с шортами тоже есть один штук. Один штук. У
Устами младенца глаголят истины. Мам, слышишь, с шортами один остался последний. Беж. С брюками. А, белый, розовый, желтый, голубой, беж. Филлер нет, никогда не удаляла. Мое производство, ребят, Россия, Сафронова коллекшн, я эти делаю вещи, я шью их в Подмосковье. Ну почему вы меня не слышите никогда? Да, я много лет хожу только к одному косметологу. Да, мне сделали операцию на нос при рождении. Моя девочка вон. Показ. Да, я очень хотела этим летом сделать. Ну, будем надеяться, что все образумится. Вот. Хотя очень сильно я сомневаюсь, но не будем забегать вперед. Образование у меня высшее, маркетолог по рекламе. Нет, я картину не закончила, потому что я работаю, у меня нет на это времени. Атя у Алены. Без понятия, обстановка с коронавирусом у нас. Обстановка по кайфу. Нет, я не веселая. Но я прекрасно себя чувствую. У меня нету? Сука. Ладно. У меня нету у моей одной модели ушей, на которую бы я одела маску. Спала сколько? В 4 легла где-то. В 9 встала. Вообще какие-то неформатные у меня эти модельки. Подождите, девочки. За какой-нибудь угол зацеплю я. Не, не цепляется. Не хотят они носить маски. Кто спер руки? Я не знаю, кто спер руки. Мама вообще не этот, не любит ее. Мама вот эту девушку не любит. Мама любит красивую. Она хочет ее вообще всегда... А надеть на нее парик и накрасить. А вот этого уёбка не люблю я. И предлагаю его кому-нибудь купить. За чисто символические деньги. Много не буду просить за него. Так.
Шелк, шелк сюда. Вообще, вы знаете, чем я руководствовалась, когда я покупала этот манекен, для меня до сих пор загадка. Видит Бог. Как можно было купить вот это уебище, еще и с ногами в растопырку? Не, однозначно вешалок вообще не хватит. Надо сегодня искать, где есть доставки, заказывать, потому что шьется столько лета. Такие еще будут летние костюмы. На что я их буду вешать? На, это оно, оригинальное, с раздвинутыми ногами. Ну да, маркетолог из меня хуёвый, да? Да, я согласна. Я просто не люблю его. Плохую я ему рекламу сделала, поэтому он не продастся. Нет, ну слушайте, может быть, кому-то он подойдет по стилистике. Не поверите, я эскизы не создаю. Я встречаюсь с конструктором. И с моих слов она наброски делает. И все. Возле уёбка. Ой, как болит. Это пиджак с мужского плеча называется. Ой, сейчас я вам покажу. Ну, есть очень много фото, видео. Он свободный такой. Я еще, правда, не парила, не чистила. Ну, вы видите, что происходит. Надо его накрасить. На как его красить? Спина болит, девчонки. А что я должна из себя строить? Алтайскую целку? Ой, подождите. Его, его очень тяжело одеть. Вот, и он некрасиво сидит. Там брюки. Не могу сделать перерыв, мне вообще выезжать уже надо. Меня сейчас курьер будет долбить. Нет, сумки есть у Джемули. А и жрец из Неса на Дуде и Грец, это вы подъебали или по-доброму написали? Куда долбить звонками? Он должен в 5:30 подъехать был. Язык был проколот. Да, он на стуле сидит. А, по-доброму? Спасибо большое. Это брюки. Нет, я не кушала. Проколот был всю мою сознательную жизнь. В 30 лет я его вытащила. Пирсинг. У нас все на двоих. Мы работаем вместе. Вас такой ответ устроит? Жакет розовый? А какой вы имеете в виду розовый жакет? А, сумка под седло. Простите, я вас не поняла. Нет,
Если вот вы про этот твидовый или вот про костюм, который с брюками розовые. Не кушала, потому что рано с утра занимаюсь работой и делами. В магазине, вот в прямом смысле слова, ремонт я делала сама. Я красила стены, я красила рейлы, я красила батареи, я клеила плинтуса. Ночью я контролировала, когда кладут ламинат, вымывал. По магазину точно сама. Если есть, да, костюм. Костюм розовый, да, есть. Напишите, пожалуйста, или маме, или Свете. Вы розовый взяли костюм у нас? Я сейчас закончу уже, да, дома покушаю. Спасибо, очень приятно. Длинной костюм, бежевый, шортами, остался один последний. Девчонки, сейчас все мятое, и вы правда не поймете. Зайдите на рабочую страничку, там красивые фотографии, и ну, вы поймете, как это выглядит, и в отпаренном, в красивом виде. Храпит лежит. Она храпит под кроватью так, что я просыпаюсь. Невкусная перепелка у вас получилась, а вы добавляли хоть что-то? Или вы просто отварили? Она храпит, да. Я что делаю? Работаю. Рабочая страница Сафронова коллекшн. У меня в ленте указано. В шапке профиля рабочая страница. У меня самоизоляции не было. У меня пропуск, я работаю. Кому я что мешаю? Чем? Мне деньги кто платит? За что? За что мне должны платить? Не, я с кайфом бы хотела, чтобы мне платили, а кто должен? У меня, да, есть двое детей, белый и черный. Да я не собираю вещи, я раскладываю. Спасибо, очень приятно. Какой вы костюм взяли? У меня прическа как у ананасика? Не, как у луковки. Маме зарплату... Нет, мама за доброе слово работает. Так, еду я иногда и выделяю. Розовый? Ой, спасибо большое. Это приятно. Носите на радость. Я знаю, что уже 7:40, но я жду, когда меня заберут, и курьер еще не звонит. Моя квартира в ипотеке, да. Вы мне хотите помочь с выплатой?
Что у нас есть на 50 размер? Кардиганы, джинсовые платья, пиджаки. Я не знаю, сколько Ами в холке, честно. Спасибо. Вы взяли и попали именно в этот период? Слушайте, если у вас ипотека небольшая, ну там до определенных, по-моему, до 3 миллионов говорят, то вы можете попросить рассрочку. Ну, если у вас по документам все хорошо. Платье. У нас есть платья-футляры до размера XL. Я за него рада очень. Пусть вещает. Самый маленький вес у меня был 49 килограмм. Сладкая спит, лежит. Все спортивное есть у Джемуля. Ну сейчас в магазин, если вы приедете в ближайшее время, несколько месяцев, то вы только меня и увидите. Мама и Света на отдыхе. Девчонки, отправка есть везде, по всему миру. Вопрос просто только в цене. Если она вас устраивает, просто за границу отправка очень дорогая. Люди вам объяснили 1001 раз уже, где Атя. Ну вы напишите. Вот. Ну я все равно здесь постоянно. Я просто не могу понять, что он тянет с этим продлением. Это, знаете, порционно выдают по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я хотела бы свой магазин, девчонки, открыть везде. Ой, блядь. Привет, Эльнарочка. Привет, родная. Опять говорит, денег нет, но вы держитесь.
все банально и очевидно. Я не знаю, я, может, на нерусском языке говорю. Доставка есть абсолютно по всему миру. По всему. Беларусь, Пятигорск и так далее. Это не планета Марс, не Юпитер, не Луна. Они входят в нашу круглую землюшку. А это значит, что доставка есть по всему миру. Франшизу у меня можно будет получить, как только я официально запатентую свой бренд. Точнее, как бы я его уже давно запатентовала, как только мне выдадут документы. Вот, а в связи с этой ситуацией я не знаю, когда мне дадут документы на мое имя. День рождения у меня 11 июня. Атюша, прекрасно. Спасибо большое. Ой. Привет, Анечка. Блин, я не растянулась, у меня страшно забиты мышцы. В июле уже можно в Сочи. Ой, с огромным удовольствием я приеду. Это, наверное, максимум, который мы сможем себе позволить. И то потому, что в Сочи у меня есть знакомые, которые, естественно, сделают и гостиницу. Ой. Подешевле, и все. Чоко-чоколада не хочу. Никакой чоко-чоколада. А подскажите, Узбекистан, он находится на Марсе? Да, в эфире давно, я думаю, что он уже сейчас закончится. На Юпитере, думаешь? Девочки, по доставкам пишите маме и Свете. Ой, Аня, прости, родная, они вас точно по цене сориентируют, потому что я точные цены не знаю. Именно в доставках. В Украину знаю, что очень дорого будет. Честно. Ну, когда там берешь футболку за 1500, то смысла, конечно, нету. Вот, если там уже большая какая-то покупка, то еще. Ну, опять же, это все зависит от ваших финансов. А, комбинезон, который был у Джемы. Какой комбинезон? Который блестящий мой она надела на себя. Это комбинезон из Дюльси Шоп. Так, одну сумку я освободила. Она мне нужна домой. В ней я на склад пойду. Так, а может, на складе еще есть? Туника со стекляшками, она одна моя с Нового года. Вот, да, я готова ее продать, безусловно. Но она стоит дорого, и все возмущаются, почему. Поэтому...
Оксан, не надейтесь, ну вы чего, какой потолок, не смешите. Все только начинается. Сколько стоит туника? 40 тысяч. Маша, мои вещи можно посмотреть на рабочей странице Сафронова Коллекшн. И вещи, и видео, и цены. Погода в Москве, ну, слава богу, ну, становится лучше уже. Туника со стекляшками 40 тысяч. Туника, в которой я была на Новый год. Дома кушать готово, да. Спасибо. Так, сейчас. Да, сегодня поминальный день. Царство ей небесное, вашей маме вы помянули. Ну вот, видите, мне начали сразу писать гадости. Вы вообще ку-ку? Ну, я вам могу объяснить. 15 тысяч стоят стразы, все на ней. 10 тысяч стоит стеклярус. Дальше идет работа. 10 тысяч рублей. Ох ты, Присоль! Все, ребят.